Утренний эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Меня зовут Александр Лупиненко. Как всегда, я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность, возможны осадки в виде дождя. Днем температура воздуха составит 5 градусов тепла, ветер западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 14. Завтра нам с вами предстоит День Святого Валентина. Праздник всех влюбленных. Провести этот день пары могут где угодно. В кинотеатре, на катке, отправиться в небольшую поездку или устроить романтический вечер дома. Конечно, есть еще множество вариантов. Например, провести вечер в окружении музыки. Кстати, у гомельчан в этом году есть из чего выбрать. Небольшой обзор концертов к празднику буквально через мгновение. Не переключайтесь. 14 февраля в областном драматическом театре состоится концерт под названием «Love Is». Его представит концертно-духовой оркестр и солисты гомельских городских оркестров. В программе не только красивые истории о любви, которые способны тронуть сердца, но и тематические конкурсы и призы. А музыкальный вечер под названием «Обыкновенное чудо» подготовили артисты Гомельской областной филармонии. Песни о любви Константин Горошко и Александр Пономаренко исполнят со сцены «Белой гостиной». И еще об одном зажигательном шоу для влюбленных гомельчан. Цыганский театр «Джипси Бэнд» в честь своего 10-летнего юбилея подготовил большую концертную программу. Называется она «Танцуй, цыганка». В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. И в День влюбленных коллектив даст единственный концерт в Гомеле, который состоится в городском центре культуры. Далее расскажем о предстоящих мероприятиях соревновательного характера. 14 и 15 февраля в Гомеле пройдет первый открытый областной конкурс «Юный виртуоз». Это состязание исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах. Свои таланты юные исполнители продемонстрируют в колледже искусств имени Соколовского. Конкурс проводится по номинациям – фортепиано, скрипка, виолончель и контрабас. В состав жюри вошли ведущие педагоги учреждений образования в сфере культуры. Именно им предстоит поддержать музыкальную молодежь нашей области. Создай свой проект. Так называется хакатон для школьников, который пройдет в Гомельском технопарке 22 февраля. Его участниками станут ребята в возрасте от 14 до 17 лет. В ходе 8-часового мероприятия командам предстоит работать над созданием собственного чат-бота, который сможет решать заданную проблему. Участие в форуме бесплатное. Он проводится с целью поддержки инициативных ребят, которые хотят практиковаться и получать новый опыт. Экспертами выступят представители ведущих IT-компаний, предприниматели и основатели успешных белорусских стартапов. Частью мероприятия также станут мастер-классы по созданию чат-бота, дизайну и копирайтингу, а также презентации проекта. Команда-победитель получит заслуженную награду и возможность представить свой проект на финальном хакатоне в Минске. Ну а тем временем в областном центре к проведению готовится финал конкурса «Мистер Гомель-2020». В городском центре культуры встретятся более 10 претендентов в возрасте от 18 до 33 лет. Сейчас в их ежедневном расписании занятия по хореографии, актерскому мастерству, фотосессиям и не только. До финала им предстоят спортивные и интеллектуальные состязания. В каждом из них жюри определит своих победителей. Ну а их имена станут известны 22 февраля. К новостям культуры. Гомель стал центральной темой экспозиции «Город моего детства». Автор – Анастасия Лашкевич. Увидеть ее фотоработы можно в детской художественной школе искусств. На них не только пейзажи и архитектура города, но и жители. Анастасия принимает активное участие в самых разных конкурсах. Кроме персональной выставки, на ее счету также выставки в соавторстве с другими гомельскими фотохудожниками. Желающих познакомиться с творческим взглядом этого автора ждут по адресу Телегина 4А.
Картинной галереи Гавриила Ващенко начала работу выставка живописи «Современники». Автор – Норик Сарибекян. В экспозиции портреты современных поэтов, актеров, режиссеров и художников. Отдельный блок посвящен пейзажам и тематическим произведениям мастера. Его картины находятся в частных коллекциях в разных странах мира. Автор также занимается монументальной росписью стен и потолков. За 40 лет своей творческой деятельности он расписал более 1000 квадратных метров. Ну а тем временем в Музее истории города Гомеля продолжает работу выставка современной каллиграфии и леттеринга. На ней работы двух дизайнеров по современной каллиграфии и леттерингу. Частью выставки также стал блок прикладной каллиграфии. Авторы Елена Григорьева и Мила Романова. В музее автографа открылась выставка черно-белых графических работ под названием «Молчание». Автор – гомельский художник Олег Боклак. Говорить о причудливых образах, которые были навеяны ассоциациями из мира мифологии и фантастики, сложно. Работам присущи минималистичность средств исполнения и информационная насыщенность. Каждый посетитель выставки сможет увидеть в произведениях автора что-то свое, но связь с образно-знаковым содержимым картины остается неизменной. Познакомиться с выставкой можно до 1 марта. В выставочном зале университета имени Франциска Скорины открылась выставка фотографий «Цифра мыла». Профессиональные фоторепортеры и фотолюбители серьезно отнеслись к выбранной теме – нерезкой фотографии. В процессе создания работ авторы использовали самые разные способы съемки и технические приемы. На выставке до 20 февраля можно увидеть 60 работ. Артисты оркестра имени Василевского вновь порадуют поклонников рока. Для них готовится очередной музыкальный подарок. 29 февраля в рамках программы «In Rock Style» прозвучат хиты, проверенные временем. Усилить впечатление зрителей помогут световые инсталляции и красочный видеоряд. Песни, которые прозвучат в этот день со сцены, многие знают наизусть. Поэтому вполне вероятно, что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором. Место встречи – общественно-культурный центр. К следующим новостям. Белтелерадиокомпания приступила к организации кастингов проекта «X-Factor». Они пройдут во всех областях страны. Жители Гомельской области, которые желают принять участие, будут ждать 25 апреля во Дворце культуры Мозырский НПЗ. А 26 и 27 марта прослушивания пройдут в Гомельском ОКЦ. Регистрация участников с 10 часов утра. Сами кастинги будут проходить с полудня до 20:00. Попробовать свои силы в отборочном туре гомельчане смогут в возрасте от 16 лет. Экономика и инновации, образование и здравоохранение на качественно новом уровне. Все это про глобальный план стран-участниц ООН. Цели устойчивого развития. На что ориентируют нас в реализации повестки 2030? И что это может дополнительно дать региональному развитию? Об этом пойдет речь в ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема». Включайте телеканал «Беларусь-4» 19 февраля в 19:20. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск программы, а также подписывайтесь на наш Инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. А кроме этого, звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и, конечно, принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, хочу пожелать вам только хорошего настроения, которое ничто не сможет испортить.